О, братуха, здорово. Присаживайся. Короче, знаешь, какое слово выучил? Сейчас тоже тебе скажу. Это спикер. Спикер, прикинь. Ты меня слышишь вообще? Алло. Ты сними эту штуку-то. Я же тебе братан, рассказываю. Братан, ты что весь кайф обломал? Тут такая кайфная движуха вообще была. Ты чего? Что за движуха? Я тут сидел. Ты что, я так кайфанул вообще. Тут так было круто. Ладно, чё, поразвлекался ты, конечно, хорошо от души. Ну давай пойдем уже это дальше познавать горизонты, там вот, книжку почитай. Ну давай, чё, погнали. Погнали. Всем привет! Ты, наверное, не ожидал, но ничего страшного. Приглашаю тебя в команду «Год для Бога» в следующем году. Это 365 дней, которые полностью изменят твою жизнь. Если хочешь больше об этом узнать, приходи после собрания в фойе. Я буду тебя ждать и все тебе расскажу. Итак, я очень рада, что такое большое количество людей интересуется упаковкой товара. Я очень хочу поделиться с вами своим опытом, потому что в декорациях очень важная часть – это мыть окна. Ведь сейчас почти каждый гипермаркет нуждается в очень профессиональных кадрах, в том числе в упаковщиках товаров. И вы должны все понимать, насколько это важно. Насколько важно выбрать хорошую тряпку, насколько важно подобрать правильное моющее средство, чтобы вы понимали, как мыть стекла так, чтобы не было ни разводов, ни трещинок, ни подтеков. И вы, может быть, думаете о том, что эта профессия не актуальна в современном мире, но она актуальна и даже не так проста, как кажется. И поэтому сегодня я вам расскажу о том, как это делать, как делать правильно, как подходить к людям, что им нужно говорить, и как повысить свой IQ, раздавая листовки. И, конечно же, о том, как заработать на этом много денег. Вот это вот мощь реальная, вот это мастер-классы, да? Как после алгебры, короче, голова максимально работала вообще. Вообще, сам. Я ты что подумал, надо это, бизнес замутить свой. Какой бизнес, ты что, братан, вообще? Не, ну а что считай, это рубашка есть, туфли. Штаны классические надел сегодня, можно ларек свой открыть, а? Слышь, что, реально можно? Братан, что там, такое? Короче, движуха намечается. Пойдем что? Тоже это свою лепту внесем. Да держи. пойдем, конечно, вообще за любой кипиш. Креативные с тобой. Что нам надо делать-то? Ё-моё. That's a lot of pressure. What's this? What's this word? Bitcoin. This is a very impromptu work. I want to say, I choose to draw this so that, you know, that God loves everybody. No matter what color, what background. So, wow, awesome. Yeah. Buy it, please. Use all the money, buy it. Слушай, ну нормально, да, получилось вообще? Да это настоящий шедевр, братан. Кевин Лу заценил, да, видел, четко сказал. Слушай, у меня идея есть, братан. Зачем нам эти ларьки? Давай монету поднимем, мы ее просто на аукцион выставим. Ха, как точно. Ну, в общем, вы там подходите после собрания, обращайтесь, нас менеджер с вами свяжется, там, чё, кого, да, решим, ребят, договоримся. Просто это хит продаж будет.
Братан, ну я реально устаю, короче, здесь. Я прям высшее образование получаю. Слышь, братан, зато я тут научился здесь эти решеточки ставить наконец-то. Теперь мои фотки все могут смотреть, прикинь, чё. Далеко пойдешь с этими решетками. Далеко, я далеко спать пойду сейчас. Это шутка такая, надо было смеяться. Ну, типа того. Хотя не, смотри, время-то уже, реально спать пора. Чё, пойдем тогда спать вместе с ребяточками. Пойдемте спать. Пойдем.